Здравствуйте. 23 января 2022 года, около 14 часов 05 минут, в Милославском районе Рязанской области. 72-летний местный житель на автомобиле Chevrolet Niva выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Машина столкнулась с проходившим железнодорожным составом Э9М0193 Москва-Мичуринск под управлением 30-летнего машиниста. Машинист пытался экстренно затормозить, но столкновение избежать не удалось. Ударив его в правую сторону, он протащил его за собой еще несколько десятков метров по рельсам. В автомобиле находились три человека, водитель и две женщины-пассажирки, в возрасте 77 и 72 лет. От полученных травм, и женщина, и водитель, скончались на месте происшествия до приезда медицинской помощи. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка. Обстоятельства и причины происшествия уточняются. Будьте крайне внимательны, находясь за рулем автомобиля. Не игнорируйте правила дорожного движения и, в частности, скоростной режим. Берегите себя и других участников дорожного движения. Желаю всем удачи и только добра.